Завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы страны по округу номер 16. На 27-м заседании комиссии избиркома республики выдали удостоверение кандидату в депутаты Государственной Думы по округу Султану Узденову. Подробности у Али Баташева. В республике официально зарегистрированы 5 кандидатов в депутаты Государственной Думы от разных политических партий. В частности, «Яблоко» представит Ахмед Абазов, «Справедливую Россию», «Патриоты за правду» Заур Акбашев, Коммунистическую партию Российской Федерации Кемал Бетдаев, ЛДПР Олег Жидяев и «Единую Россию» Султан Узденов. В соответствии с законодательством члены избиркома вручили ему удостоверение. Эмоции позитивные. Сегодня с момента регистрации меня в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы мы начинаем нашу избирательную кампанию. Впереди большая работа. Кампания прошла очень организованно. Не было ни одной жалобы на моменте выдвижения и регистрации. Не было никаких судебных исков. Подали документы представители 5 политических партий. Все 5 кандидатов зарегистрированы. Отказов в избиркоме не было. И сейчас у них начинается период агитации. Карачаево-Черкесия в числе 78 субъектов Российской Федерации участвует в пилотном проекте «Мобильный УИК», говорили выступающие. Это новый формат общения с избирателями путем проведения подворовых и поквартирных обходов членами избиркома. Первый этап пройдет с 7 по 20 августа. Все, что от вас требуется, это ответить на вопросы члена участковой комиссии. У членов комиссии будет бейдж, где будет их фамилия, имя, отчество, номер комиссии и печать участковой комиссии. Вот, вам будут задаваться вопросы и ответы будут вноситься в новый мобильный модуль, мобильное приложение, которое позволит нам лучше понять ваши чаяния, ваши нужды, ваши желания. Вот, и провести вот эту очень важную уточняющую работу. Я очень надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. В среднем на опрос семьи из 3 человек уйдет порядка 7 минут. Члены избиркома проведут информирование и уточнение списка избирателей, зададут необходимые вопросы, агитация кандидатов запрещена. С 28 августа по 6 сентября будет вторая волна подворовых и поквартирных обходов избирателей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.